пошли по тихой трэш ебашить. Короче, это если сегодня быстро закончим с этой хуйней. Я вот не знаю, ну допустим, за 2,5 часа, если закончим. Можно что-нибудь сгонять, какую-нибудь что-то. Как он называется? Ну, какую-нибудь хуйню. Десяточку. Можно от ТТГшки нас сгонять пару штук быстро. Слав, а ты за приход нам это даешь кому? Ну, только для героев? Да, ну, когда вздумается вообще? О, вон Акиса. Может, тогда в ВВК сгоним? Ой, ВВК, да, может, не ВВК, на самом деле, быстрое будет, мне кажется. Оно, понятно, быстрое, нахуй, но если... Акису возьмите. Если люди там будут ебланить, Акиса на ком? Вы имеете в виду десяточку? Или двадцать пяточку? Просто видишь, в чем дело. Я не против сходить в ВК, но если приходит, придется разжевывать тактики с нуля людям, блять, это полная залупа будет. Я потому что проходил и ВК с момента, когда ее, ну, на сервере там одна гильдия. Господи, возьми трех паладинов, кто знает, как там что делать. И так чё, дело-то пол... не в только в паладинах. Победа. Не. Не только паладины это все решают. Че, мы репу фармим, разбойным вообще, че, блядь, где, вот че ловушки-то не сняли, выходит. Там нужен блокер, блядь. Ну, либо не, по-другому есть. Как-то играть. Под ебалом. Под ебалом не надо стоять. Вот. Вот у этих скелетов. Да ладно бы, это ИВК 25 мы быстро проходили бы, так там ты тоже на целый РТ, блядь, на туда зайдешь. Вы можете быстрее добить уже скелета, у которого лям, блядь, или что, блядь, что у вас за хуйня там? Вы вообще играете или что? Верьте, давайте на трэше как-то посерьезнее. Трэш это не значит там, блядь, автоатакой надо бить, блядь, хуярьте, ну. У нас, блядь, за 20 секунд, блядь, 15 лямов снимали. Или сколько там. То, блядь, 25 рыл стоит, нихуя убить не можем. Скелета, блядь, 2 ляма у него хп, блядь, видите, осталось. Как будто не бьете, блядь, а гладите его. Хороший скелетик, молодец, молодец. Да, вайпер рейд, блядь, как обычно. Так бафы даже не раздали, это касок нету вроде. Да как, а кто мешает? Кто мешает раздать бафы? Я же. Вы там это. Берете, раздаете. Пару раз умер. А это на пульщике виноваты. Он смотри, 3 роги и хант. Просто посчитай, сколько на пулов. Ну вот можешь посмотреть в рейде, мне анонсит, напуливают они или нет. У меня Big Brother, вижу, блядь, пишет. Что они только что нахуй его скинули после того, как я умер, блядь. Ну вот и. Тоже чилят, пацаны. На, блядь. Делайте, короче, вместо рок, вот этих магов, вот этих бесполезных классов, делайте танков, хилов, блядь, посмотрим, кто как играет. То, блядь, я до старости не хочу танчить. Я хочу иногда это меняться, блядь. Хотя бы. Чарка не падает, блядь, пиздец. По второму рейде отдохнешь. Ага, блядь. Там другие идут потанчить. Медведям зайду туда танчить, блядь. Почему? Там же будет Holy Dream, Кости. Ну и я, наверное, пойду еще Лингреном. Ну, это хорошо будет. Опа, есть контакт.
Ну-ка давай сюда, Intel. Рыба стоит. Просто выиграл боешку и отжали тут же. Кто там офнулся? Киса. Жрите рыбу. Ну, короче, два ДКшника не должны упасть, в принципе. Где там Муайтай? Муайтай, ревист, подходите. Если мы так, блядь, будем рассиживаться перед каждым, это... У нас целка не 2 часа будет, а 3, 4, 5, 6 часов, 8 часов, 9. Простого ауру поставить. Ревист где? А киса там заходит, нет? Ой-ой-ой. О-о-о! Молодчинка. Какой гений, нахуй. Падайте. Не-не, зачем? Бьем. Окей. Вадикон хукмастера, если. Пока не зыбку дал. Захильте его, ну. Захильте его быстрее. 5 хилов, сука, работаем. И в луже не стойте. Чё? Хуёво там или чё? Букмастеру фулбаф, каску лапа пристабал, блядь, быстрее. Частицу на него повешайте. Справа, да. Справа на шипе. Шаман. На дальнем. Не уроните хукмастера, блядь. А он сейчас заэвэйдит. Отбежали. Отлично. Ну, будем без геры бить. Вы заебали, нахуй. Блять, задр. Так-то нихуя не смешно, блять, сука, хуйней занимаюсь. Помянем, блять. О, блять, шипы, блять. Кто там смеется за стенкой? Вот вам шипы. Мы посмеялись. Так, кто это был? Уже не выясним, да? Сейчас, блядь, лот, который там новый пришел, скажет, да ну нахуй пошел я отсюда просто, блядь. Рыбу похавайте еще раз, пока стоит. Это был один у нас. Этот лок выдержал нас кару. Ожидание кары сбора. Так что, мне кажется, не льнет. Где киса? Здесь его нету, что ли? По-моему, нету. Мир тебе. Ну и чё, блядь, целка никого нету, да? Всё, рыбу закликали. Гравист уже подошел? Да все уже тут, кроме тебя. Не пульте босса, блять. Уберите руки от босса, нахуй. Смотрите в стену вообще, блядь. С петами, со своими, со всей хуйней. А чё, блядь, нельзя два приста в третью, четвертую пати по присту сделать? Или что у вас там? Супербафы какие-то? Ну, в принципе, похуй. Захилят хилы тогда. Чё тебе? Ну, блядь, чё вы, обычные фласочки на твинков все не можете, это самое.
тут обычка нахер надо? Ну, саппорта возьмите с собой один. Ну, там, саппорты, блядь. Последних и все. Вон саппорт. ЛКшный хотя бы пейте, блядь, на СВД, на АП. Чё, блядь, как бомжи, блядь. Где-то там было, ну ладно. Если у кого есть, вон, поделитесь. Там Анкис ожил. Ну давай тогда этот, маги, поставьте порт у Долорана этому. Роги. Призен, иди почиль там. Чё, ты портанулся? Тыкайте, тыкайте. Сумайте. Пришел сумму Акиса. Где он там? Ты ебаный в рот. Че вы там, блять? Это называется не тыкай куда не надо. Бидон, ебаный, не тыкай, ну ты че, блять? Ты не тыкай тут. Песа. Ебать, мы дрочим с вами долго, блять. И так будет перед каждым боссом. Да я ебал нахуй. Начну ГП хуярить, блять. Где это хилы там? У вас пятеро, танка два, давайте там не ебланьте, блядь. Чё там, вторую частицу на Хокмастера бы дали? А то он, блядь, сдохнет ещё. Хэпалы сами, смотрите, в лужах не сдохните. Хокмастера пробивает, пизда просто, нахуй. Что у тебя там, власть, может, не та включена, или что за хуйня? Чё у тебя с танком там? Ткань одел просто. Bone Storm cast. Щит земли, бидон на Хукмастера перевеши. А чё у тебя, блядь? Может, спек неправильный? Так у тебя воли мертвых нету, ясно, блядь. Переделай спек хоть к мастер потом с волей мертвых, чтобы был. 43 скилла в этот в красную ветку закидывать надо. Без воли мертвых ты будешь как тряпка. Короче, щит земли на него, присты за ним, смотрите, блядь. И это. Не проебывайте. Воля мертвых, она после 25% тут работает. Прочитай еще раз скилл. И потом говори что-нибудь. Не скилл, талант. Ну, могу объяснить, она работает в двух случаях. Либо когда меньше 35, по тебе весь дамаг снижается на 15. Либо когда еще... У тебя нет 35% на удар, который по тебе будет нанесен, он опустит хп ниже 35, он автоматически становится 15% меньше. И в этой хуйне нету скрытого кулдауна. Шип она... слева, на дальнем. А на катаклизме добавили скрытый кулдаун на эту хуйню 6 секунд. Так что это топовый талант. Дота 5.
По ощущениям, кого-то я один лечу. Частица заканчивается на хукмастере, но ведь кончилось. А вот сейчас. Я дрочу СНК. Он сейчас сдохнет, ебаный. Блять, посильнее это спамьте, блять. Бидон, давай волной, блять, хиль нахуй танков. Чем ты хилишь там, я сейчас посмотрю, блять. Волной через хукмастера хиль. Присты там по войду работайте. Хант, а что ты стоишь под рейдом? Ну, встань с правой стороны. Это же нострес. Хант бьет двуручкой. Не, хочет... он просто сзади рейда стоит. Он воин. А, ты имеешь в виду, что лужа типа через вас пойдет? Ну, конечно, через рейд идет лужа. Ну, по это, как это говорится, потренируйтесь нахуй выпрыгивать с лужи, блядь. А какой квест сейчас на это? Дурнован, что ли? Не знаем пока. А, нет, ну да. Вон он, этот значок. Да. Так, это параша надо кому-то. Новенькие, кто там? Intel, Log, это будет время, поставите, как он называется, аддон и PGP Lootmaster. Intel, а где у тебя камни в посохе, блядь, что за хуйня? Вы что, блядь, даже 20 СПД не можете камни ставить, нахуй? Пиздили. Если вы думаете так, типа, заебись в обычке ходить, блядь. Ни у Лока нету, нахуй, ни у этого. А, завагонят. Да тут завагонят их, хули. А вот затанчат, пацаны захилят. Короче, нахуй, Лок там, кто там еще, блядь? Долоран, летите, камни вставляйте, да. Почему у него есть у Интелла камни? Чего говорите, нет? Я что-то смотрел, этот посох какой-то у кого-то там не было камней. Ща, блядь, секунду. Тем скорее выберете иной путь. Зависит от всех, что не лучше. Да, вроде нет. Что там, осколок или что? Да. Нет, ну, да, ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить его, кто так, посох. Пояс. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Значит, это или после леди, или до леди. И PGP консул. Значит, и PGP лутмастер. Поставьте аддон, блять. У кого там Intel, Лок новый, Muay Thai. Вот. Тапки. Бидон, что ты квадратиком бегаешь каким-то? Ну если варов нету, можно, то вон этому только рогом. Ну рогом не надо, вон там вару одному надо. Дисгрейсит. Да, я бы не отказался от карга, это который. Дисгрейсит 50 жмет, а вот карга жмет 100. Кому отдавать? Ну у меня, видишь, я вчера только в гильду твином зашел, но у меня ЕП нету. Если нету, я в принципе и потом смогу еще раз паролить. Может еще РПБшные латные упадут. Это так кто? Это олд карга, это альт Валкара, получается, Лока. А, этот самый, что, роги тогда закидываю, да? Да, конечно. А у карга же это варлок был. Да я ренейм сделал, мне просто мой нейм ник это Валкар. То есть у меня мейн персонаж это Лок. Вот. А вот карга я вот так просто использую как по фану. Вот на альта закинул. Лутай эту хуйню. Лутал. Квест берите. Не забудьте квест взять. На эту хуйню делаем. Да ладно, геройки сделаем. Хардкор, да? Только хардкор. Чё тут мобы бегают, блядь, с топором, блядь?
За Интелом. Он аж на квест побежал брать, за ним моб бежит. Блять. Он бы не брал. Просто этот вестник говорит, не-не-не, квест не бери, а то убью. Может, они квест гели сделаем, а? Дабл хард мод. Ну что, прям вообще хард мод. Войт, мне вчера, получается, объяснили, что альты лутают свой ЕП, правильно? И ГП тоже свой. То есть не списывают с мейна. Ну, конечно. А, ну все, огонь, отлично. Не вставьте, чтобы вас на массовку залечить. Помогите сюда. Так, я слева танчу. Все РДД слева бьете. Милики все справа рубьете с этим, как он называется, с хукмастером. Хукмастер справа там, на хукмастера три роги напуливаете, там три моба будет у вас. Хант напуливаешь на войда, моба с лестницы. А что за перевоплощение в квадратик? Абидон. Читер какой-то, текстурки юзает. Так. Я думал, что это пет бегает. Гляньте, поехали. Не бланьте тут, блять, под лицо фанатикам не вставайте, иначе залупа будет. Здесь девот, здесь я один танчу. Четыре моба будет. Что смотрите, блять. А тут дурнован еще, блять. Ой, блять. Ну чё за хуйня? Чё начал крутиться? Ну что, блять? Ну, дайте ему там корни, покаяние, блять. А я под праздник. Рави стрессы, да, Максима. Чё, фул баф по нему? Два БР всего, блять. 30 секунд. Сейчас тут сложнее будет, будет 4 моба. Примораживайте тут всякую хуйню, давайте, потому что я на четырех, на трех фанатиках одновременно не наберу вобро. Если с лестницы фанатик идет. Ну, что-то веселее по боссу, что так долго, блядь. У нас тут варфер. Сейчас после трэша будем переводить. Трэш 5 секунд, готовимся. Трэш зерганем, мы уже потом будем это. Все, трэш. Тут пидор взрыв кастует, отойдите от него. Всем похуй. Геру, давайте. Моба последнего долейте.
Долейте моба под боссом, сука, ёбана в рот, говно, блять, да мне похуй, сдиспельте с него, сука. Вы будете играть или нет, блять. Живой моб ходит. Там то ли физушный он был, то ли какой, Акиса вставал кьюзу. Захиливайте его. Ну все, хукмастер таун. Убирай агро. На пульте на него один раз. Вот зеленое говно появляется, отбегайте от него. Он биг дэмэдж взорвал, мой тай взорвал. Вот это в Гере уже минус 10, нахуй. Смотри, еще духи, блядь. Посмотрим, кто премию Дарвина получает. Смотри, челик стоит, опа, побежал, молодец. Ну а киса взорвал. Вот дух появился в центре, смотрим. Выбрал, летит, а челики бегут. Так, у меня дебаф кончился, заберу потанчу. Духи бегут. Кукмастер взорвал. На танке тоже. Он прям спиной прям нашел. Спиной зашел в духа. Да, было весело. Он рарник взорвал. Ну понятно. Вы, короче, так же и хотите. Так же и хотите в Геру приходить и. Надо, походу, ну. Это, ГП поднимать за духов. Может в обычки начать давать? Ну, кстати, как идея. Чисто по полтиннику, там выйдет пиздец за бой, нахуй, пятихатка, нахуй, 10 духов, вон. Пацанам похуй, за 3, Intel взорвал, Spirit, вам похуй, да, что я говорю вообще, или как? Или вы думаете, это все шутка, блядь? Вы в Геру придете, вы не натренированные, нихуя, придете туда, и там будут вайпы по КД. Вы это осознаете хотя бы? Там будет не по сутки, а сразу по 3 надо за духов. Здорово, Костя. Здорово. Так, вот тебе в подарок бесплатно эту хуйню. Вот это плечи надо кому-то, скорость, меткость. Только быстрее нажимайте, там 150. Мне это параша нас. О, пояс. Пойдет. Закрыли. Стримчик кто-нибудь. Молодцы. Сколько нет? Так, бой идет. А, биг дэмэдж сколько, кстати, у тебя? Ой-ой-ой, багруха. А ты что думаешь, я их еще помимо рейдов собираю, где-то там с мобов падают. Не, я просто не слышал, сколько у тебя там. 33 уже. Ой, скоро я тоже буду собирать. Да ебаный, заебаная таблица ебаная. Сука, это пиздец. Вот как удалить это говно, чтобы это не появлялось? На багруха кого-то выпала. Сколько осколков уже упало? Один? Стыдно, да, один. Так и мы только два босса убили. А у нас получается сейчас кто осколки собирает, если не секрет? Сейчас Big Damage War. А потом по очереди. Holy Drink во втором собирает. Рейди. Угу. Ну, потом вроде никого не было, как бы, Лингер будет собирать. Холли Паладин собирает потом. Холли Паладин? Да, ему нужнее. У кого по активности больше ЕП будет, тот и будет собирать. Все, понял. Ну, ты хукмастер, что ли? О, это не хукмастер, этот хурюк, что ли, здесь зашел? Или не? Вот Войт найдет себе замену танка, сам соберет шейм и будет амар. Тей, на танка могу собрать, блядь. Ну да. Ставлю туда на стамину, блядь, пиздец. Ну, хуя. Это... О, вот напуливать не надо будет, да, на тебя будешь держать огромный. Огром, пиздец. Трэш нормально держать будет, ну. Ну, вообще пиздец. Танк шеймом, это, конечно, нечто. Первый на сенвере нет. Но на Жерарник танчит, хотя у него шейм. Ну да, все логично, так и должно. ДКшник просто его в руке может держать, остальные нет. Слышал, Жерарник, убери нахуй щит, пускай прихиливает, как хотят.
Так, ну ты, хукмастер, тут остаешься. Хилы в пушку не садятся. Где мой тай постоянно? Че он там? И некромантия, что с вами? Аддон ставите? Где вы там? Ну, судя по карте, один стоит, второй что-то двигается. Пизда, давайте в речи, нахуй, мы это беги уже. Ну, типа, побежали. Джипса, пожалуйста, около стены. Что тебе нужно? Запустил. Воспряньте, сыны и дочери Орды! Нихуя я куда улетел, блядь. Ну просто наверху, нахуй. Ну и хули делать теперь? Все, я теперь и наверху буду. Там и танч. А где Дживс Спирита? Подскажите. Снизу остался. Пел корабль, Дживс. Спрыгивай с корабля. О, я могу. Ну, гайд для Мэтт Фокса, нахуй, он же в прошлый раз сдох. Хотя, подожди. Как он тогда вообще, блядь? Он как-то... А, вот на это крыло надо было ему ставить. Вот, видишь, вот сюда ставишь. Все, и заебись. Че, летите туда, бейте там все. Хилы там достаете, видите? Да, 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 да. Мага разъебывайте быстрее, долго что-то живет. Пушки бафайте. Интересно, сколько у нас ДПС на сурке будет? Ну, у нас получается один твинг только, новенькие лок. Ну и Intel еще, а и Рога еще. Думаешь, мы с прошлого раза оделись? Хорошо. Да хуй знает. У нас еще есть маг новенький. Да, точно, маг. 240 будет где-то. Может 203. Ага, блядь, может 300? Не, 300 не будет, это первый. Этот, Muay Thai, кто там, Некромантика, кто еще, Intel поставили и Pegapilot Master? Кто смотрите там? Ну ща уже после сурка тогда сделайте. Если там выпадет, что надо, там Т10 токена и еще что-то, скажете. То если вы не скажете, и никто и знать не будет, что вам надо. Что-то вылетел у нас Muay Thai, я смотрю, так что 4 хила там, хитите хорошенько. Бидон. Потеем. Ну он что-то вообще часто вылетает. Волну начинай кидать, бидон, то сдохну. Смотри, он тебе по пол хп откусывает. Уже да. Че, добьют, нет? Сейчас
И после этого мага быстрее добивайте уже. Уже не зыбку дал, короче. Захилите. Ну захильте, ебать его в рот. Алло. Хилю, блядь, ну стопом. Меня трэш ебет. Я себе 75 стаков. Магиот. Так-то там и 99 можно, только надо это. Хил постоянно. Он опять Муатай не в сети. Конфета или жизнь? Удар по ебалу или жизнь, блядь. Или смерть. Или смерть. Рыбу поставить? Да, ставлю рыбу. Ну это кто? Это просто новое тело, да? Ну да, получается. Чей он вчера и в Хейме тоже вот так вот отлетел. Или когда там мы ходили? Ну, вроде из Дискорда вылетел. С Украины, походу, наверное. Молодчага, нахуй. Он зашел в это. Добрый. Все, господи. Там сундук еще? На туре, блядь. Сейчас, блядь. Да зачем он тебе нужен, не открывай. Пойду позырю, что там. Баная хуйня, блядь. Опять я со своим подсолнухом, блядь. Ёбаный ну, лак. Второй. Заебал. Тебе сколько навара еще осталось? Осколков? Вчера уже. Это, ну к Шалфиру там у него есть эта хуйня, как она называется, ассист или что там. Запы надо кому-то. Нормально, нормально. Говорили же всем, бреди, не тыкай куда не надо. Кольцо, топовые ГДшники, хилы. Угу. Я так, на Ота, если никому не надо будет, чисто тыпну. Это кто, кто? На Ота. Ну, это чисто, если кастерам уже не нужно. А, ну там этот самый бидон нахуй забирает. Ну, бидон, он ПС пишет, что взял. Слышишь, Войт? А этот аддон показывает сразу, у кого какие шмотки одеты. Да. Вот это кольцо, там, запы. Да, прикольно. Да. Ну да, кстати, он тот раз мне показал без камней. Может, из-за того, что я далеко был от них. Вот, а так-то у Лука камни есть в их посохе. Сейчас проверил. Короче, запустил. Этот подсолнух, блядь. Это, кто там в ДД пойдет? Ну, давай. Нет, мой это... Не, пизду, будь в хэпале. А то он вылетит нахуй. Мордан, ну давай ты в шипе, блядь. Хоть 6к дашь. Тур десятку можно дать, или 12. Спутник. Айновена нахуй, я понял, блядь. Спалили, блядь. Сука. Кику из гильдии, да? А чё нету спутника, который тактику бы на леди рассказывал, нахуй? Дайте клес по приставу. Первый на пулы, на этого, на Войда. А потом похуй.
Да, дайте крест, 10 секунд осталось. На престол. Иисус Христос воскрес, Иисус Христос воскрес. Пришел сюда и поставил здесь свой на крест. На престол всем похрен. Ладно, листобаф не даем. Понял, понимаю. О! Это темп поставь. Покайся, покайся, да. Дурю. Мучим пристабафами всех. Покайся. Покайся. Никто не помнит этот прикол. Вот он, как он называется. Слава АК МС, покайся, блядь. Привет всем. Здорово. Здорово. Да, да. Мы уже ебашим. Там, блин, свет что выключили, только сейчас летали. Так, кухмастер, ну там, короче, надо таунт нажать, когда на мне вешается метка руна крови, называется. Вот она уже 3 секунды на мне осталась. И вот, и ты только нажал. Ну ладно, повешалась на тебя, я заберу обратно тогда. Нажал и чуть не откис, блядь. Пиздец, что с ним, а что с ним, он такой картонный. Я же говорю, воли мертвых нету. Там нажал, там пол лица, блядь, сразу нет. Вот это самое, вот сейчас видишь, руна на мне, ты должен забрать босса. Ой, блядь, лаги ебаные. Забирай. Ну хукмастер, блядь, ну. Мистери плюсует на замене. Ты это, ну и сиди пока это, диси там или где. Хорошо, наверное, на квинтах. Чтобы мне приходилось спать и там убивать еще что-то. Я понял, ну я пока на квинтах отойду. Ты в воскресенье же пойдешь в рейд? В воскресенье это, а там что будет? Целка, ЦРСК. А, ну да. Ну просто если не будет, то такое точняк. А он сидел, сидел, ждал, ждал, там опыт вырубил. Да ёбаная сила рун, ты будешь у меня сегодня, сука, или нет, нахуй? Пизда, блядь. Силы рун нету и нету, блядь. Открывайте там портал. Тинтек что-то написал там на чат. Да, там ачивки 25 тысяч. Вот да. Это жесткий ачивки. Опа, еще один. Вот они, твинки, недавно вкачанные. Рядом с матерью и предками. Завоевателя две штуки. Кому надо? Я сразу две могу забрать. Забирай. Я мордаун хотел выбить. Запа. Короче, на сену дал там, блядь, две штуки. Так. Роган. Открыли? Чё, какой дэмэдж на сурке общий? Так, ну чё-то это... 327. Да ладно. Угу. Я думаю, вообще дыма там будет.
Вот Максим, блядь, 10 тысяч, Хант 8 тысяч, Карга 11, почти 12. Лок вот этот в демоне 14 тысяч, это очень хорошо. Адма 14. Дальше Хейла идет 14400. Потом Мордаун 15. Дальше Равис 16,5. Intel, оказывается, заебись, почти 17 дает. Ну и дальше Чуакиса 18. Шелфир 19. Игдемэдж почти 20. Эйя 20. Веса 20. Рарник 20. Вадикон 20. Почти 21. 21 600 топа и 22 спирит. Ну вот, аддон и ПГП ставишь в интерфейс, аддон туда ставишь эту хуйню. И ПГП, и еще и ПГП лутмастер должен быть аддон. Эту всю хуйню туда ставишь, заходишь в игру. Там главное в модификации галочка, чтоб стояла. Устаревшие модификации и все. Там, когда я буду нажимать на шмотку, у тебя будет появляться окошко 100%, 50%, 10%. За какую стоимость ГП ты хочешь забрать шмотку? За такую нажимаешь. Если сильно надо, 100 нажимаешь. Если не очень, надо 10. 50 это между. Или распалить. Понимаешь, все. Да ёбаный в рот, сука тупая. Бля, пацаны, не покажется, он хорел. За мной он сидит на холу. Блять, прицепился даже. А чё, если с ней диспелить нельзя? 4 приста в рейде, там, 3 паладина, блять. Пули слизни у нас стоят. Прелесть. Выпала прелесть. Там прелесть. Винтовка Робина.
сразу в этом мобе. В последнем. Ленточку-то ролить будем? Я там дисгрессиду закинул, если надо поролить. Главное, шмот-то шо. Если от ленточки еще 20к ДПС становится. И духов, чтоб не хлопали, да? Да, по-любому. Здесь, короче, Слава сказал, будем бабычки тоже, говорит, лутать ГПшку. Все, можно не ролить ленточку, там сотня. А вдруг вторая сотня будет? Да, всего можно не ролить уже. Там сотня. Сука, а вы не хотите трэш побить сзади, бичи, блять? Хули вы там встали возле босса, смотрите, блять, алло, блять. Мы хаваем огурцы. Я понял, блядь. Встали такие, стоят, охуеть, ролят. Ищи те, кто сзади трэш нашел. Исовая шмотка выпала, хули. Не знаю, не знаю. Кто-то нашел, ну. Заебал, нахуй. Сука, ебаный певец, блядь. Подсолнух. Тебе чё, Шелфир? Ленточка. Я хуй знаю, она в дисгрейсе, да. Я ему дал. Где там бидон? Бидон, ты где? Ебать, ещё им паровоз поставил. Инет офнул, говорит, бидон. Опять, да? Могу засымать меня, пожалуйста? Бля, мне лагает от этого паровоза. Так разъебите его, блять, купите танк. Ты уже за вот эту хрень лучше выдавай ГП, блять. Это... Прям так под день с 200 давать? Ну давай, Хэлла, спекнись, короче, пока видона нету. Блядь. Ага, хорошо. А то хуй знает. Вдруг хилы заблюют, там посыпимся, блядь. Так, вот рыба. Ебаните ревист с водиконом по инеру ему. Принимаем готовность. Да, 5, 4, 3, 2, 1. Вы что, нам на него напуливаете, что ли? Не впадает. Вот споры в миле есть на войде, остальные квадрат, треугольник поставьте. В квадрате не вижу, есть, нет? Алло, блядь. В квадрате есть, нету... А, нет, в треугольнике есть. В квадрате нету. Так а какого хуя нету, нахуй? Что смотреть, на кого вешались? Old Cargo и Некромантика, вот. И я в трусы отнес. Ну, кто это отнес? Это Карга, который... Ну, а Некромантика ты где стоял? Что, блядь? Нельзя в квадрат забежать или что? Где ты там вообще? Он пишет в миле был. Так что две в миле ёбну. Ясно, нахуй. Ну смотрите сами, нахуй. Еще раз объясняю. Под боссом одна. Одна в треугольнике, одна в квадрате. Вот хули ты встал там? Ну встань ты в треугольник, хули ты стоишь? Ох, ясно. Сейчас по танку больше хилить начинаем. Мой Тай, у тебя что с маной, блядь? Что-то меньше половины уже. Давай ровист по Мой Тай закинь. А, КД.
Ну как это КДшится, хули. Тут, в принципе, обычки не шотают вообще. Я, наверное, готовься давать эту хуйню. Даем сейвы. Захиливаемся. Так, хукмастер забрал. Ну захильте людей, нахуй, они сейчас сдохнут же. Хукмастера хильте, хилы, сейчас он сдохнет, нахуй, ну. Перевесьте частицу, перевесьте обе частицы. На гнилом там шкаф поставите. Быстрее было сумануть. Так, это санина надо кому-то. Ёбаная залупа, сука. Ай, ебал эту таблицу, блядь. Так, это не надо никому, да? Так, черный убойник, Энхи там, я хуй знает. Кто еще носит эту хуйню? Энхи? Так, эта хуйня, плечо, блядь, надо кому-то? Уже на распыл, да? Там это осколочек. Кровь нужна кому-то? Квест на кровь у кого-то есть? Я понял. Можете суммонить меня, биг демо. Ебать, ты низкий. Стену газует. Хуя ты низкий. А кто там газовал, бля? Там Мэтт Фокс по... А, или Мордау. Да, блядь. Еще Мордаун, посмотрите. Так. Кокмастер, короче, стой, босса танчи. Киса где? Так, все готовы, даю отчет. Кукмастер, ты где там? А, ты тут уже? Все, танчи босса. Я почилю, побегаю.